Здравствуйте. Это программа «Наша экономика», из которой сегодня вы узнаете, кому и насколько именно проиндексировали социальные выплаты с 1 февраля, и нужно ли писать в связи с этим какие-то заявления, а также ипотека с господдержкой, которая доживает последние дни на глазах изумленных банкиров, строителей и граждан. Начнем с блока коротких новостей. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что Россия в этом году станет крупнейшим экспортером пшеницы. Американское канадское зерно из-за укрепления доллара стало слишком дорогим для потребителей. На этом фоне российское зерно, напротив, окажется более доступным из-за слабеющего рубля. Это позволит нам экспортировать 23,5 миллионов тонн зерна. По данным Федеральной таможенной службы, импорт банкоматов в Россию сократился в два раза. Из-за удорожания импорта российские банки закупают гораздо меньше терминалов для самообслуживания клиентов. Сейчас банкиры стараются закупить дешевые корейские аналоги, либо объединяют свои сети терминалов с другими банками, покупая новые банкоматы в складчину. Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края представило концепцию промышленной политики региона на суд профессиональных отраслевых союзов. В документе обозначены приоритетные направления работы и специализация территории края, основанная на ресурсном потенциале. Для реализации концепции будет принята государственная программа развития региональной промышленности. Дмитрий Медведев предложил продлить программу субсидирования процентных ставок по ипотеке. Но пока это предложение прозвучало не на заседании правительства, а на съезде партии. В самом же правительстве пока категоричны и намерены прекратить финансирование программы уже с марта. А значит, если победит точка зрения экономного Минфина, то ипотеке с господдержкой осталось жить несколько дней до конца февраля. И воспользоваться льготными условиями успеют немногие. На всякий случай напомним, что это за условия, для кого доступны и на что надеяться нам и строителям в марте, после завершения программы. Субсидирование ипотечных ставок – часть пакета антикризисных законов, которые появились в России год назад, когда повышение ключевой ставки с Центробанка, а вслед за ней повышение коммерческих ставок сделали ипотеку недоступной. Рынок недвижимости и строительный сектор оказались на краю пропасти. Ведь за последнее десятилетие ипотека стала основным способом купить квартиру. Поэтому правительство разработало программу субсидирования. То есть рыночные ставки у банков остались по-прежнему высокими – 14-16%. Но часть этих процентов за людей готово было оплатить государство. Так, чтобы для человека ставка не превышала 12%. Для этой цели из федерального бюджета было выделено 20 миллиардов рублей. Согласно условиям, ипотеку по льготной ставке можно получить в любом банке, который участвуют в этой госпрограмме, а их около 50. Первоначальный взнос не менее 20%. Максимальный размер кредита – 3 миллиона рублей. Приобретаемое жилье должно быть новым, то есть только от застройщика. Фактическая ставка не должна превышать 12%. Однако в разных банках и разных регионах она разная, в зависимости от дополнительных банковских или региональных скидок. Например, у нас в крае, если обращаться в Сбербанк или ВТБ-24, ставка будет 11,4%. При этом программа не ограничивает статус граждан, то есть не обязательно быть льготником или относиться к социально незащищенной категории. Это для всех. Такие условия сделали ипотеку с господдержкой самым привлекательным жилищным займом. За 2015 год в России было выдано 210 600 льготных кредитов на общую сумму 375 миллиардов рублей. Это 40% от всего портфеля кредитов, выданных в прошлом году. Про эту же долю говорят и красноярские банкиры. Пущенная государственная программа субсидирования ипотечной ставки, она позволила избежать столь серьезного падения, и мы ощутили снижение ипотечного бизнеса лишь на 37% по итогу 2015 года. Бесспорно, данная госпрограмма, она помогла не только многим гражданам решить свои жилищные проблемы, но и поддержала строительную отрасль существенно. При этом сделок по программе «Ипотека с государственной поддержкой» за 2015 год было порядка 40% от общего объема. Ну и если в цифрах, то из общего объема выданных кредитов за 2015 год это порядка 30% у нас было выдано в рамках данной программы. Если более точно, на территории Красноярского края мы выдали порядка 2,5 тысяч кредитов на сумму около 4 миллиардов рублей. Однако еще больший эффект госпрограмма дала в строительной отрасли, ведь ее условия распространялись только на новое жилье. По статистике, 70-80% новых квартир покупаются с привлечением кредитных средств, то есть зависимость застройщиков от льготной ипотеки была даже больше, чем у покупателей. Впрочем, сами строители уверены, за время действия госпрограммы она исчерпала себя. Все, кто мог взять льготный кредит, уже воспользовались им, а остальных сдерживает первоначальный взнос. Ведь у многих есть нужда продать старую квартиру, чтобы купить в ипотеку новую. Но, увы, на вторичный рынок господдержка не распространяется. А значит, продать свое вторичное жилье гораздо сложнее. То есть
Это был такой усеченный вариант государственного регулирования, госпомощи для, вроде как, застройщиков, для новостроек, но фактически живыми деньгами люди-то не шли. Поэтому эффект, конечно, был, но он был ограничен именно тем, что было ограничение не давать ипотеку на вторичку. То есть, соответственно, вторичка не продавалась. Потому что вторичку-то тоже люди брали раньше, используя ипотеку. Да? Ну, то есть совокупность всех факторов, конечно, эффект хороший, да? Но он был бы намного лучше, если бы ипотеку субсидировали в принципе для всех сделок. К тому же субсидирование ставки по кредиту – это косвенная поддержка. Ведь государство не дает человеку всю сумму, а просто оплачивает часть процента. То есть основной ресурс программы – это все-таки собственные деньги населения. И в этом смысле льготная ипотека как вспомогательный механизм также исчерпал себя. Свободных собственных средств за этот год у людей стало меньше. Поддерживать субсидируемым процентом уже некого. Если брать ипотечные кредиты для инвесторов с нуля, вот который до кризиса был, их практически нет. Почему? Потому что вера населения в будущее явно изменилась. Это связано с экономическими проблемами. И сейчас клиенты на 15 лет далеко не все готовы планировать приобретение квартиры. Потому что боятся потерять работу, ну и сократилась заработная плата. Так что льготная ипотека, вероятнее всего, действительно исчезнет как механизм господдержки. Но при этом государство вовсе не самоустраняется с этого направления. Сейчас в правительстве и в экспертных сообществах разрабатывают новые инструменты помощи. Скорее всего, власти уйдут от принципа сплошной помощи всем, а перейдут к адресной жилищной поддержке отдельных категорий. Возможно, на базе той же самой госпрограммы. Я думаю, что она продолжится. Единственное, что может быть сделана какая-то определенная корреляция. Ну, то есть будут учитывать дома, строящиеся по системе эконом-жилья, да, то есть какие-то приоритеты на АИЖК, то есть бюджетники. Я думаю, что просто будет немножко видоизменена, не просто продлена, а сделаны выводы, видоизменена, и я так понимаю, что все равно вторичное жилье надо включать в субсидируемую ипотеку, может быть, не всю. Иными словами, застройщики все-таки рассчитывают на продление программы субсидирования процентов. И не только красноярские. Недавно в Татарстане под эгидой Минстроя России прошло совещание, участники которого, а это строительные компании, должны были предложить свое видение новых инструментов поддержки. И вот ничего лучшего, чем продлить ипотеку с господдержкой, участники не придумали. Сейчас Минстрой пытается убедить в этом Минфин. Споры идут уже на уровне этих двух министерств и правительства в целом. Но пока официальный крайний срок 29 февраля. А льготная ипотека будет доступна еще несколько ближайших дней. С 1 февраля в России были проиндексированы многие социальные выплаты. Про то, что пенсии увеличились на 4%, рассказывали мои коллеги из редакции новостей. Но помимо этого есть увеличение и по другим направлениям соцподдержки. Прежде всего речь о так называемых федеральных льготниках, которые получают ежемесячные денежные выплаты ЕДВ. Там множество различных категорий, и в общей сложности по всей России насчитывается 16 миллионов получателей ЕДВ, в том числе и у нас в Красноярском крае 240 тысяч человек. И вот все они, начиная с этого месяца, будут получать больше. Ежемесячные денежные выплаты индексируются в феврале на 7%, а также индексируется также набор социальных услуг, которые получают наши федеральные льготники. Его размер становится 995 рублей. Вообще есть отличие от предыдущих периодов о том, что индексация как раз ЕДВ и набора социальных услуг обычно проходила в апреле. В этом году мы ее впервые выполняем в феврале. Индексация происходит в беззаявительном порядке. Размер мы уже подготовили к выплате. Завтра с 3 числа начинается выплата в Красноярском крае. Индексируется и ежемесячная денежная выплата, и набор социальных услуг в натуральной форме. Дело в том, что гражданам предоставляется выбор получить часть соцпомощи в натуральном виде. Сюда входят лекарственное обеспечение, путевка в санаторий, а также бесплатный проезд на межгороде к месту лечения. Размер этой части у всех единый, и теперь после индексации составляет 995 рублей. Впрочем, большинство граждан предпочитает даже эту компоненту получать в денежном виде, в составе общей ЕДВ, ежемесячной денежной выплаты. Поэтому разберемся, каковы уровни ЕДВ теперь с февраля для различных категорий граждан. Их очень много, несколько десятков, но если смотреть численность, то подавляющую долю льготников, 200 тысяч из 240, составляют в нашем крае инвалиды. Так вот, для них новые величины выплат, в зависимости от группы инвалидности, составят от 3357 рублей для первой группы до 1900 рублей.
19 рублей для инвалидов третьей группы. Столько они теперь будут получать на руки. Это, повторим, самая многочисленная группа, а вот самая высокооплачиваемая, ну, если вообще так можно сказать, это ветераны, инвалиды войны, а также бывшие несовершеннолетние узники, признанные инвалидами. У всех у них новый размер выплаты после 7% индексации составит 4795 рублей. Это все выплаты по линии пенсионного фонда. Однако индексация затронула и некоторые другие пособия по линии Минсоцполитики. Это прежде всего родительские выплаты для тех, кто получает пособие на детей. Причем не от своей организации, где работают через ФСС, а напрямую от государства, то есть для неработающих родителей. Неработающим гражданам единовременное пособие при рождении ребенка проиндексировано на 7%. Также проиндексированы ежемесячные пособия неработающим гражданам до полутора лет, до исполнения полутора лет рожденным детям. Кроме этого, проиндексированы пособия гражданам, подвергшимся радиации, на 7%. Всего в семей, получающих пособие до полутора лет ежемесячные, 33 тысячи, а граждане, подвергшиеся радиации, в Красноярском крае более 2 тысяч. И опять же на конкретных примерах. Новая величина единовременного пособия при рождении ребенка – это теперь 15 512 рублей, ну плюс районные коэффициенты. И затем ежемесячное пособие до достижения ребенком полутора лет – теперь 2908 рублей, это на первого ребенка, и 5 817 на второго и последующих детей. Это опять же без районного коэффициента, ну а вообще, если накинуть этот коэффициент, то, например, для Красноярска это будет 6 980 рублей. И еще раз акцентируем внимание, эти новые размеры именно для неработающих граждан, которые не защищены работодателем, а защищаются именно государством. И, к слову, раз уж мы взялись говорить про изменения в соцподдержке, то напомним, что чуть ранее, с января, у инвалидов первой и второй групп, у граждан, воспитывающих детей инвалидов, ну и у самих детей инвалидов, появилась 50% компенсация за капитальный ремонт. Раньше они платили половину за услуги ЖКХ, теперь вот добавилась такая же компенсация за капремонт. Впрочем, обо всех этих новшествах граждане, имеющие на то право, узнают сами уже в ближайшие дни. Для них новые индексации и компенсации пересчитываются автоматически. Все эти выплаты будут произведены автоматически. Никому не нужно обращаться в органы социальной защиты, потому что все данные у нас есть. Это же касается и в отношении инвалидов. Им перерасчеты уже произведены до 10 февраля. Те, кому положены выплаты, их уже получат. Кто на счета, кто на почты. То есть это в зависимости от выбора получателя мер соцподдержки. Вообще это немного досрочная индексация и пенсии, и социальных выплат, поскольку раньше она происходила ежегодно с апреля, а в этот раз с февраля. Будет ли еще одна индексация в этом году, неизвестно. Все зависит от возможностей бюджета. Но позволим себе один намек. Близятся сентябрьские выборы, так что вполне вероятно, что политические партии еще убедят правительство в необходимости повторной индексации где-нибудь летом. На сегодня у нас все. Следующий выпуск через неделю. Расскажем, в частности, почему прокуратура взялась контролировать рынок труда. А в частности, интересуется всеми свободными вакансиями в различных организациях. До встречи!